Всем привет, ребят, с вами Мегаобзор.ком. На прошлой неделе мы сравнили процессор Intel Core i5-10600K с AMD Ryzen. И один из наших читателей предложил нам изучить Intel Core i7-10700K, купленный им в рознице. А в нашем распоряжении у редактора есть система на процессоре Intel Core i9-9900K. Поэтому как раз в рамках этого тестирования мы проведем сравнительное тестирование. Тесты проводились в играх и бенчмарках с одними и теми же компонентами. Отличие заключается только в материнской плате, связанной это с сокетом. Это тот самый случай, когда конкуренция между производителями процессоров играет на руку нам, конечно, пользу. Те же 8 ядер и 16 потоков. Но за прошедший год они стали дешевле, даже с учетом повышенного уровня цен на новое поколение, выставляемое розницей. Обновление системы с прошлых поколений потребует от пользователя дополнительных расходов на материнскую плату. В 2020 году в этом сегменте актуальным стал сокет LGA1200 и чипсеты 400 серии. На момент выпуска теста это только платы на флагманском Z490. Позже появится младший, но с учетом, что мы изучаем процессоры с разблокированным множителем, для разгона потребуются именно Z-платы. Применен 14-нанометровый техпроцесс в сравнении с прошлым годом для всех процессоров и повышены тактовые частоты. Для тестируемого процессора они составляют 3800-5100 и 3600-5000 МГц для Intel Core i9-9900K. Отчасти это достигнуто повышением уровня TDP с 95 до 125 Вт. По опыту тестирования лучше при выборе охлаждения выбирать системы жидкостного охлаждения или супербашни. Есть улучшение по поддержке оперативной памяти в вопросе максимальных тактовых частот. Базовая повысилась с 2066 до 3000 МГц. Четыре канала остаются только в профессиональном сегменте с платами X299. Напомню, что поддержка PCI 4.0 не появилась. Мы использовали базовые пресеты для двух процессоров. Для Intel Core i7-9700K это 5100 МГц, Intel Core i9-9900K 5000 МГц, 16 ГБ оперативной памяти. В играх на текущий момент мы проверили на базе видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 с разрешением Full HD ультранастройки графики. В будущем мы проведем дополнительное тестирование уже на следующей неделе с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti. Как можно заметить, по мониторингу ядра не загружаются на полностью ядра, оставляя большой запас на будущее. We'll be right back.
Напомню, по ссылке текста обзор там можно посмотреть более детально. Intel Core i7-10700K при меньшей стоимости, как показала практика сравнительного тестирования, демонстрирует больший уровень быстродействия в сравнении с более дорогим Intel Core i9-9900K флагманом 2019 года. Оценивая стоимость и производительность, можно смело его отнести к лучшему игровому процессору. Как и в случае с Intel Core i5-10600K, он интересен в первую очередь при сборке новой системы, а не в качестве решения для апгрейда с 8 или 9 поколения Intel. С удовольствием обсудим с вами Intel Core i7-10700K. Всем спасибо за внимание и пока-пока!